Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Начнем с выполнения заданий. Так, нам нужно сразиться в боях и поднять уровень персонажа. В принципе, все. Ну что ж, давай начнем. Так, сразиться в боях будем, конечно же, дальше прокачивать навыки у Криса Брэдфорда. Нам нужно с тобой найти, ого, 11 кружек. Ну, попробуем. Одна есть. Ага, здесь только мутаген нам выпал. Вторая кружка. Так, погнали здесь. Третья. А нужно 11, да? Четвертая. Понятно, здесь мимо. Угу. Пятая. Шестая. Хм. Седьмая. Пошло дело. Так, это мутаген. Восьмая. Так, девятая. Блин, у меня всего лишь один телепорт. Ёлки-палки, ладно, не будем тогда больше тратить. Забираем здесь награды. Поднять уровень персонажа. У нас сколько мутагена? 24 тысячи. Так, секунду, кого же я хотел проапать? Сплинтера, по-моему, мы собирались, да, апать? Давай. Давай 65 уровень сделаем ему. Вот, отлично. Забираем награды. Ну что, друзья мои, пойдем, наверное, сразу на лигу. В магазин сейчас загляну, может быть, что-нибудь тут есть. Нет, ничего полезного для нас тут не находится. Так, жетонов у меня 380, опять же, маловато. В бой. Так, испытание у нас сегодня еще, девичья сила. Не знаю, стоит ли проходить, ну ладно, пройдем. У нас тут кто? Из персонажей кто нам нужен? Алапекс, Шинигами и Кунаичи Эйприл. Отлично. Но начнем, как обычно, с турнирки. Так, Лига Сёгунов, 3 звезды. Опять меня сбросили. Это неудивительно. И давай-ка приступать. Ноунейм, да? 22 кубка и 16. Вот, пожалуй, с него и начнем. Так, 5 откатов. Это хорошо. А 66 уровень здесь максимальный. Значит, нам с тобой надо брать... Давай, наверное, начнем с 60 уровня. На всякий случай перестрахуемся, чтобы у нас никто не упал. Нам нужно обратно с тобой забраться в Лигу Мастеров. И там еще и сохраниться. Желательно, конечно, до 2 звезд. Но вряд ли это, конечно, получится у нас. Так, Лео делает свою вертушку. А паук, наверное, добивает, судя по всему. Смотри-ка, выжил хламон. На тебе. Упал. Змея Карай, молодец. Но она у меня, честно говоря, не прокачана. Поэтому... Я бы не удивился, если бы она не добила или даже бы промахнулась. Давай, давай, родной. Какая позиция? Так, 8-я. Значит, мы с тобой на следующий бой перейдем уже в Лигу Мастеров. Так, что нам здесь взять? Наверное, возьмем вот этого опять ноунейма. Очень много безымянных бойцов здесь. Я смотрю, да? То ли леним писать никнейм, то ли фиг его знает, в чем тут вообще проблема. Но здесь надо взять, наверное, скорее всего, Армагошу. Потому что уровень уже 67-й, и далеко мы с тобой не уедем на 60-х уровнях бойцов. Особенно Джастин и, извини меня, наша муха. Они вообще даже 52-го уровня. Так, плоховатенько, я тебе скажу. Хорошо, что он вешает иммунитет, то есть он пропускает, грубо говоря, ход именно по ударам. И Армагоша, естественно, сейчас всех их добьет. И это будет классно, потому что мы сохраняем с собой кубки и сейчас... Переходим как можно выше. Где-то будет, наверное, 80-я, может быть, 95-я позиция. Ну, по моим расчетам, должно быть где-то так. Посмотрим. Так, Лига Мастеров. 90-я позиция, отлично. 4 отката у нас с тобой еще сохраняется. Не забывай, что у меня 719 долларов. Я уже накопил. Не знаю, наверное, мы пока их тратить не будем. Можно даже будет сэкономить до последнего дня. А там уже, если нам будет не хватать, мы быстренько с тобой пролетим, да? За счет покупок откатов. И там можно будет добить, бустануть. Давай попробуем с тобой получить 23 кубка. Хотя, мне кажется, вряд ли мне сейчас это все дадут. 21-22 это максималка, что они мне хотят вручить. Меня как-то это не особо устраивает. Еще раз, ребята, повторяю. Кто пишет в комментариях: Рэй, ты можешь написать вот здесь вот, типа, обновить. И все будет. Ребят, если я вот сюда нажму обновить, а потом зайду в бой, у меня вылетает игра. Поэтому я вот так вот делаю. Выхожу и захожу сюда обратно. Понимаешь?
Надеюсь, вопросов больше не будет. Почему я не жму кнопку обновить? Так, ну что у нас тут? Не дают ребята мне 23 кубка, так что придется драться с осадом. Давай, осадушка, не подведи меня, как говорится, да? Сдайся мне, пожалуйста, на милость. Ну что, в принципе, Лео сделает вертушку. Если что, Шархан стрельнет, понизит им защиту. Ну, а остальные уже добьют, так же, как и Сплинтер. Давай проверим мою теорию. Ага, воу. Ну, тут вообще, ребят, без разговоров. Лео троечку сразу снес. Караечка, конечно, пасанула, а вот Шарханчик должен добить. Как я тебе и говорил, все сработало просто идеально. И на какую позицию мы сейчас перелетим? Мне нужно до 50-го места добраться. Все это прекрасно уже знают, запомнили. И будет где-то, наверное, 70-е. 73-е. Ладно, ничего страшного. Так, опять же здесь по 22 кубка. Что вы так жметесь-то? Я не могу понять, а? Не дадите мне чуть-чуть побольше то, что я хочу. Не дают и все. А, вот, друзья, ну наконец-то. Асхат. Ну тут уровень, ёб просто, 74-й. 73-й, тут уже, знаешь, особо сильно не забалуешь. Поэтому мы, наверное, с тобой возьмем вот этих вот персонажей. У нас еще два отката. Можно либо одного Леонардо брать, либо сделать имбовую команду, да? Лео плюс Усаги и три слабеньких персонажа с собой взять. Ну, это как вариант должно прокатить. Чпок, оп, подожди секунду, давай-ка, Крис, добей. Мы ему прокачали как раз вот этот фирменный удар, да, ногой. Теперь он не будет пасовать, он будет всех их пробивать. Ну, по крайней мере, до своего уровня это точно. Ну и куда мы сейчас? 65-я или какая? Воу, 55-я даже. Замечательно. Опять 22 куда? Да что же вы делаете? Дайте мне 23. А, вот, вот, ребята. Это у нас Серега. Нашелся, так сказать, да? Боец невидимого фронта, который согласился все-таки мне дать 23 кубка. Но я хочу тебе повторить, что здесь уже большой риск. Я беру 51 уровень у меня Кирби, и 51 уровень находится у Мондогека. Надо будет обязательно Рахзара ставить в провокацию, если не хотим их потерять. А я особо не жажду этого. Тихо, не надо, ну зачем, Майки, ну... Ай-яй-яй, Кирби буквально на соплях живет. Фух. Так, ну радоваться пока рано. У нас есть массовая атака. Я знаю, у Роквелла он может свои эти ножи там бросить и тому подобное. Давай, наверное, ускоримся с помощью Мондогека. Чуть-чуть хотя бы. И хильнемся. Потому что все равно из него боец никакой. Теперь, конечно же, добиваем Роквелла. И у нас кто? Он может хильнуться, а может просто отдуплиться. Да, и он предпочел отдуплиться. А так бы он мог хильнуться и бросить в нас люк. У него, по-моему, массовых атак и нету. Окей, друзья мои, какая там? 35-я? А, 39-я, да? У нас с тобой еще один откатик остался. Давай посмотрим. Опять они мне 22 кубка дают. Ну что ты будешь делать-то, а? Дайте мне 23. Вы до этого давали 23 кубка. Опять же, дают мне заниженные какие-то параметры. В чем проблема? От чего это все зависит? Не хотят. Прикинь, просто не хотят. Хоть ты что-то делай, а? Вот, вот, наконец-то, наконец-то. Войта у нас нашелся. Так, давай вот эту всю команду забираем. Наверное, возьмем еще сюда Леонардо. И, блин, у него кролики. Если кролики сделают первый ход, я боюсь, что мой Рафаэль оригинал упадет. Давай смотреть. Уклоняшка. Уклоняшечка. Ладно, сделаем уклон. Может быть, хоть как-то нас это спасет. Так, Усаги. Давай-ка, постепенный урон, пожалуйста, на всех. Усаги, не подведи меня. Да, на всех, конечно. Ну, Лео, я думаю, все-таки добьет здесь остальных. Да, у него это получилось. Ребят, ну что, с лигой на сегодня мы заканчиваем, потому что у нас нету ни персонажей, как говорится, ни откатов. Покупать я пока это все не буду. Как я говорил, оставим с тобой ближе к концу недели. И 21-я позиция, в принципе... По моим расчетам, если я даже вечером сыграю еще за кадром, да, мы можем с тобой спокойно перебраться в Лигу Мастеров 2 звезды. Ну, а там... Там будет проще до 3 звезд добраться. Сколько мы с тобой подсчитывали тогда? Мы потратили, по-моему, 7 откатов, да? И были уже на вершине топчика.
7 откатов. А у нас с тобой в данный момент, если 10 откатов берется за 250, так, 500, ага, 500, 750. Короче, мы с тобой сможем взять 30 откатов. Еще при этом не забывай, что мы эти откаты где-то можем заработать. Я уже забыл, правда, где это делается. Ты не помнишь случаем, где мы с тобой зарабатываем откаты? Так, секунду, по-моему, это делается... Сейчас, погоди-ка, глянем. Так, тут бесплатная пицца, тут бесплатный мутаген. Подожди, подожди, стопы, парень. Я же помню, что мы с тобой где-то зарабатывали... Вот, вот, ребята. Кстати, надо будет потом, после видосика, за кадром посмотреть видосики. За один видосик получаем 2 отката. Ну, 10 откатов. Они уж лишними точно не будут. Но это я все сделаю потом. А теперь мы бежим с тобой, естественно, на испытание. Так, космическую боню мы с тобой прошли на изи. Эх, жалко, конечно, что у меня нету телепортов. Кстати, а может быть, мы даже с тобой купим телепорты 100 штук. $500 это все будет стоить. Ну, а мы переходим с тобой на девичью силу. И давай глянем. Так, подожди, вот этих вот ребят уберем. А вот эту имбу, конечно же, я верну к себе в колоду. Так, за девчонок я пока играть не буду. Ну, я не вижу смысла, ребята. Все уже прекрасно знают, что они делают, как они дерутся. Я просто включаю здесь автобой. Сижу с вами болтаю, а мои черепашки разбираются. Так, сегодня что у нас по программе? Попробуем сыграть, друзья мои, в этот... В Shadow Fight вторую часть. В обычную, не сенсея. Сенсея мы вчера... Хотя, может быть, и сенсея сегодня поиграем. Мне уж больно хочется сегодня, во-первых, самим сенсеем пройти осу. Ну и к тому же добраться уже, как говорится, нашей тенью до осы и попробовать ее разобрать. Потом у нас, наверное, будут сегодня безумные монстры. Продолжение. А дальше уже что успею. Надо как-то еще на втором канале допилякать, ну, хотя бы серию по одним из нас второй части. Ну и хотелось бы, наверное, армию зомби сегодня зацепить, четвертую часть. Посмотрим, ребята, времени уже поздновато, 6 часов вечера. Я сегодня весь день прохрапел, как барсук в берлоге. Почему барсук, не знаю. Вообще-то медведь у нас в берлоге. Ну, в общем, вы поняли. Видимо, усталость все-таки копится, ребята. На своем выходном не очень хочется слишком рано вставать. Хочется немножко полежать, понежиться, расслабиться. А знаешь, когда вечером уже встаешь и думаешь, елки-палки, через там 4 часа уже надо опять ложиться спать. А не получается, потому что ты выспался. И опять, как полуночник, бродишь. Потом под утро опять заспаешь и опять весь день в храпале. Зачем я это говорю, не знаю, друзья мои. Как будто это кому-то интересно. Вот. В Dan the Man я пока, друзья мои, коплю кристаллы. Каждый день смотрю видосики. Хочу прокачать ему все суперудары, а потом уже начинать проходить, ну, и кампанию, и челленджи. Они довольно прикольные. Кстати, уже 8 жетонов там накопил на шмотки. Будем скрывать и смотреть, что нам там будет выпадать. Что, какие еще новости у нас? Так, не знаю, ребят, планирую поиграть в игру 7 грехов, ну, я ее так назвал. Она называется немножко по-другому. Но суть, короче, ясна. Посмотрим, что это за игрушка. Многие рекомендуют. Глянем. Ну, также не будем забывать с вами про остальные, которые у нас с вами есть в списке. Также, наверное, сегодня будут растения против зомби герои. Надо, кстати, во вторую часть поиграть. Давно мы с вами там не были. Я не знаю, там, наверное, уже много что изменилось. Но вряд ли мы, конечно, сегодня это все воплотим в жизнь. Или же, как обычно, я это сниму днем, а выложу это все ночью. Многие спрашивают: Рэй, почему ты выкладываешь ночью? Ребята, я выкладываю ночью, потому что днем у меня видосики рендерятся. Вот они днем рендерятся, да, я снимаю, они рендерятся, а ночью я их выкладываю. Потому что утром мне уже, как говорится, некогда. А днем, ну, там, часов 11-12 я сплю. Ну, естественно, если не работаю. Вот поэтому и выкладываю. И ничего здесь страшного нет, ребята. Что там переживать, зачем ты так ранехонько выкладываешь? Ребят, вы в любой момент можете их посмотреть. Встал, проснулся, заглянул, хоба, есть что-то. Взял и посмотрел. Так что не имеет значения, что я утром выложу, что я вечером. Они никуда с канала все равно не денутся. Так, ну что, этот сыч у нас появился, да? Робот-трансформер, который из маленькой-маленькой девочки
превращается в такой хлам. Я его по-другому не могу назвать. Он действительно выглядит как хлам. Так, Усаги решил месть сделать. Она нам не пригодилась, потому что он его просто разрубил сразу же. Ну что, это у нас был первый босс, как обычно, ватный. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Я хочу получить Алапекс, я хочу получить Шинигами, ДНК, я имею в виду, и, конечно же, Эйприл Кунаичи. И вот как раз эта ручка к нам и подоспела. И я думаю, что мы с тобой, естественно, пройдем полностью все это испытание. И, по-моему, даже все на автобой. Я даже сюда подключаться не буду. Хотя к последнему бою можно и присоединиться. Ну, просто так, для разнообразия. И думаю, что на сегодня серия по черепашкам будет закончена. Завтра у меня еще последний выходной будет. Мы, наверное, с тобой пройдем смятение из другого измерения. Я думаю, никто не будет против. Пишите в комментариях. Вот. И через день у нас откроется следующее испытание. Я уже, правда, забыл. А, технодром. Ну, технодром, ребят, извините, я пропустить никак не могу. Там все-таки Крэнк. А вот единственное, что фармить, мне его нечем. Наверное, действительно, нам придется твои $500 потратить на телепорты, чтобы хотя бы немножко приобрести ДНК на него. Вот когда он будет прокачан у меня на 5 звезд золотых, я тогда успокоюсь. Потому что там нужно будет просто перевести его в платиновый ранг. И, скорее всего, я займусь этим в первую очередь. Но вначале, естественно, нужно накопить ДНК для этого. Так, ну что, друзья мои, Лапекс у нас с вами в кармане. Хотя, ты знаешь, я вот раньше как бы рвался приобрести себе в первую очередь там Алапекс, да, Шинигами. Но после того, как я понял, что эти персонажи очень ватные, практически ничем не отличаются от того же самого Кирби или, так скажем, Бакстера Мухи. Просто, как тебе сказать, если брать Кирби и Муху, да, они слабые, их можно понять, потому что они лекари, они не должны быть сильными. Но извини меня, Алапекс, Шинигами — это же бойцы. Я даже не могу их назвать саппортами, помощниками. Это натуральные, настоящие бойцы, которые практически никаких бафов не вешают. Они самостоятельные бойцы, которые наносят урон. Ну какой урон? Может быть, конечно, ребята, я в чем-то заблуждаюсь. Но вот когда тебе дают девичью силу, да, вот именно это испытание, и ты можешь взять этих персонажей и за них поиграть именно здесь, да, они прокачаны там по фулке, у них все скиллы прокачаны. И вот против врагов, ну это вообще ни о чем. Просто ни о чем. Единственное, кого я могу, наверное, отметить, это Алапекс. Ой, Алапекс, это Кунаичи. У Кунаичи, да, на самом деле, есть массовая атака. Причем довольно мощная, на самом деле, это электрический разряд. Но так как нам дают ДНК на этих персонажей, это еще совсем-совсем не скоро произойдет, когда мы сможем ее прокачать. Ну и Алапекс, она, ну, не знаю, ребят, не совсем мне нравится. Ну что, здорово, опять ты тут, да? Опять ты будешь трансформироваться, голубчик. Давай, давай, давай. Мои персонажи так на него посмотрели, как на дурочка. Типа, что ты тут вылез, появился из ниоткуда. А он появился, наверное, из этого, елки-палки, видел на земле люк канализационный. Вот он, наверное, оттуда и вылез. Хотя, на самом деле, мы сами в канализации вроде бы бродим. Так что я не понимаю, как тут может быть в канализации еще люк в другую какую-то канализацию. Фиг поймешь. Ну что, мы с тобой здесь завалили, и у нас остается последний с тобой бой. Тут мы за Шинигами дрались. Ну, а теперь пойдем за Эйприл Кунаичи. Как ты видишь, здесь 70 уровень. А, вот, ребята, в чем проблема. Смотри, возможно, из-за того, что, ребята, у них слабый уровень. Видишь, они как бы платинового все ранга, но у них слабый уровень. То есть 45-й, 34-й. И вот, судя по этому, ребята, у меня как бы и сформировалась вот такая мысль, что они слабые. Может быть, на 80 уровне, а если даже на 100, они будут жарить, будь здоров. Но, если честно, я особо не верю, что там будет мощная какая-то у них там прибавка. Но у Шинигами, да, я не спорю, есть неплохой вот этот вот призыв Они, да, когда она вызывает гипнозом голову. Что у нас? У Алапекс неплохая, наверное, будет массовая атака, когда она мочит все, весь ряд. Ну, Шинигами, да, она вообще... Ой, не Шинигами, а Кунаичи, она сама по себе довольно такая мощная девчуля. И если ее прокачать... Ну, слушай, я думаю, что будет все-таки от этого толк. Ну, еще раз повторю, что ДНК на них очень тяжело найти.
Так, мы с тобой на третьей волне против училок. Так, их нужно как можно быстрее разбирать, потому что у них есть массовая атака. И если каждый бомбанет ей, нам с тобой сладко здесь не будет. Но, как видишь, у нас все отлично получается. Вот именно про эту атаку я говорил. Видишь, она наносит урон. Такой существенный, кстати. Так, у нас сейчас... это третья волна, да? Переходим на четвертую. Дай-ка я, наверное, в рукопашечку поиграю сам лично. Здесь мы сделаем с тобой, наверное, супер удар. Опачки, не упали. Так, минус караечка, минус шинигами и минус Эйприл. Отлично. Ну и у нас тут босс. Ну, я тебе говорю, что этот босс для нас вообще ни о чем. Я считаю, что один из самых легких боссов в игре. Поехали. Ну что, я не знаю, давай, наверное, заблокируем, может быть, его. О, о чем, ребят, тут говорит? Два удара, и он практически готов. Ну, я тебе говорю, самый-самый ватный босс. Или мы супер-супер-супер прокачаны просто-напросто. Все, вообще, ребят, без проблем у нас с вами все здесь получилось. Мы забираем с вами награду. Это у нас Эйприл Кунаичи. Она заслужила, чтобы быть у нас. И, например, если фармить, вот здесь можно было бы, да? Смотри внимательно. Но морозильная кошка здесь все портит. Ну и к тому же по 4 телепорта вкладывать сюда, это, ребятушки, тоже как бы накладно. Так, жетоны я получил все, кроме последнего боя. Я не могу, ребята, здесь победить Змейковьюна 80 уровня, потому что там мне дают Зека, мне там дают Армагона и дают моего же Змейковьюна. Вот эти вот персонажи, троечка вот эта, не может победить Змейковьюна 80 уровня, потому что у него очень большая инициатива, он ходит по два раза и в основном массовыми атаками. Понижает мне меткость, понижает мне атаку. В общем, я сдуваюсь там. А 100 жетонов, ты сам понимаешь, это все-таки мощно. Хотелось бы их получать, поэтому надо прокачивать моих ребятулек. Ну что, друзья, и все, пожалуй-ка, да? Будем закругляться. Пойду за кадром сейчас посмотрю видосики для того, чтобы получить себе 10 откатов уже для следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!